хотелось бы показать вот такое вот крепление на кепку от компании Sony. Есть разные аналоги, которые можно заказать на сайте Gearbest, AliExpress, многие другие китайские площадки. Чем же примечательна эта штука? Здесь, во-первых, разъем под GoPro-шку может подойти. Здесь продуманно сделано крепление. Крепление для самой камеры. Когда вам не нужно будет крутить ее. То есть вставляете и просто прокручиваем. Все, камера зафиксирована. Далее выставляем горизонт. Фиксируем болтом. Здесь также можно по оси немного ослабить и выставить вправо-влево. Далее крепится на фуражку сбоку. И можно снимать. Петлю можно зафиксировать на специальном темлячном отверстии. Будет работать в виде страховки. Вот так это выглядит. Вот так вид спереди на кепке. Здесь также можно сделать для вентиляции, больше отодвинуть, плотнее прижать, либо совсем спрятать мягкую уплотнительную резинку, которая к лицу прижимается. Ну и в принципе снимать. Сзади можно подключить powerbank, также можно взять дополнительный переходник, поставить сюда, зафиксировать на поясе, на лямке рюкзака поворотный. У меня есть переходник, можно поставить его и фиксировать на лямке рюкзака, снимать, либо же на ремне, на ветку какую-то небольшой, типа как штатив можно использовать. То есть устойчиво стоит, нормально. Вот такая вот чудо-штука. Заказать можно будет по ссылкам в описании. Дополнительные переходники там тоже будут. Есть еще ссылка в описании будет о том, как я делал защиту вот эту свою, на свою камеру. Вот, может быть, кому-то будет интересно, полезно. Вот, в принципе, и все. И пример съемки будет. Вот оригинальное крепление, которое уже привезли в Россию и которое стоит 2000 рублей от компании Sony. С хорошим пластиком, с хорошей текстурой на пластмассе, с хорошими данными, крепкое, прочное, надежное. Китайцы предлагают нам вот такую вот альтернативу подешевле. Выглядит это следующим образом. Также для камер Sony. Вот перечень камер, которым подходит. Можете ознакомиться. Ссылки будут в описании. Способы крепления. Это аналогичная, только цена уже не такая интересная, как там. Здесь чуть подороже, аналогичное крепление. Фотографии везде одинаковые. Три разных продавца. Здесь уже немного другое крепление, которое можно зацепить на ветку, на руль. Надежное крепление используется в виде штатива также. Здесь крепление со съемным бегунком для каски, для шлема.
Ну и кому полезно, будет отдельно переходничок. Вот, в принципе, и все. Выбирайте, ищите, кого устроит какое качество.